Короче, я увидел новость в паблике про Ивлееву. Задолбали, честное слово боже. Это такой бред, блядь. Что ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за типа пропаганду ЛГБТ и за нецензурную лексику в общественных местах. Вот, увидел эту новость про 100 тысяч. Думаю, господи. Они вот кое-как смогли притянуть за уши вот эти штрафы. Я когда только в первый раз увидел, что там они проводят какую-то голую вечеринку, я думаю, а вам не похуй вообще? Вот все, кто форсят, те, кто комментирует, вам не срать? Ну провели они там голую вечеринку и чё? В чем претензия? Главное, в паблике написано, что они оскорбляют кого-то своим голым видом. Думаю, блядь, стоп. Вечеринка называется нюц. Голая. Naked нюц, что-то такое. Это суть вечеринки. Это частная вечеринка. Они не завалились все голые в обычный клуб. Это частная голая вечеринка. Они не устроили там оргию. Вам что надо, думаю, вы. Вот мне на них вообще срать. Я не смотрю какую-то. Я не смотрю Ивлееву в Ютубе или где там она, блядь, вообще вещает. Я Киркоров не слушаю, там, кто там еще, Лолита была. Мне на них вообще просто ровно. Я просто, исходя из логики, не понимаю. Вам что надо, блядь? То есть, стрип-клубы в центре Москвы норм. Мусора крышуют проституток. Норм. Крышуют наркотики. Норм. А это пиздец, все. Бля, трагедия. Мир упал. Все, вы просто были все ангелами, а тут вас увидели с другой стороны. Теперь вы дьявол. Господи, думаю. Я просто сижу, думаю, вы что, вы ебанаты, что ли? Ну, то есть людям настолько и нехуй делать, что ли, обсуждать все это. Мне просто так взорвалось, я думаю, блядь, что вам надо, блядь, что вам надо? Если кто старички, тот помнит такую, как это назвать, порнозвезду, пусть будет порнозвезда, Катя Самбука. Она на сцене была полностью голая, без одежды. И она там занималась тем, что показывают в порно-видео на сцене, вокруг которой были тысячи людей. Где штрафы? Где все это? Типа это другое или что? Блять, ну это же бред полнейший. У вас депутаты под носом. Они все, блядь, про какие-то ценности, блядь, семейные, всем пытаются причитать. Хотя эти депутаты налево-направо там телок меняют, имея себе жен, еще и детей, да. И это все видят, все показывают. Но это всем срать. А тут бедненькие оскорбились, блядь. Такой бред, такой пиздец, господи, это же. Бля, почему вам всем не похуй? Я не понимаю. А то, что группа Ленинград на концерте разделась полностью. Да! Да! Я не могу понять, почему именно здесь они оскорбились. Что там налоговая на какие-то там сотни миллионов ее проверяет. Думаю, боже мой, блядь. Какие-то, знаешь, идиоты оскорбились. Там, не знаю, депутат или кто. Просто решили хайпануть на этом, чтобы их имя где-то засветилось. Это просто в массы вошло, и тут они решили типа проверки устроить. Это все показушность. Это просто вот, просто чтобы вы успокоились. Не переживайте, мы ее проверим. Все будет нормально, мы ее накажем. На тебе 100 тысяч. Какая хуйня, блядь, ребята, это такой пиздец, я не могу. Ой, боже мой.
Я это, конечно, не ставлю запись стрима в Ютубе. Это такое отступление от темы. Я это, ну, где-нибудь я это все-таки все равно вырежу, потому что, ну, блядь. Я это все равно вырежу куда-нибудь себе, может, на страницу просто закину. Может быть, на YouTube даже просто роликом выложу, не на, как бы, не на мой канал, а просто вот отдельно. Куда-нибудь. Просто левый аккаунт. И все, потому что, я сижу, думаю, ебать, вы дебилы. А еще, во, еще в комментариях пишут. А че у нас 100 тысяч? На миллион? На миллионы надо? Ну, подожди. Они вот так вот пишут, как будто ее сейчас оштрафуют на миллионы и вам в карман положат. Вы конченые. Они налог возьмут, а в карман положат себе. Вы на что надеетесь? Что ее, допустим, миллионные штрафы, которых не будет, потратят на вас, на социалку, на учителей, на... Да хрен вам. Вот хрен вам. Это просто в карман кладется и все. Ой, боже мой, господи. Это такой бред, блядь, вообще я не могу. А, еще эти звезды извиняются, думаю, боже мой. Они еще извиняются. Выкладывают там какие-то плаксивые ролики, думаю, вы че, блядь. Я понимаю, что вы боитесь, что вас выгонят, потому что у вас хлеба другого нет, кроме России, вы больше нахрен нигде не сдались. Но продавать жопу это вообще пиздец. Хотя, может быть, конечно, в порядке вещей для них жопу продать... Короче, срать. Ну, просто слов нету. Просто слов нет. Там, если зайти в комментарии, то просто люди просто с желчью, блядь, плескаются. Вот даже фотографии, вот, смотришь, типа они голые. Блядь, где они голые-то? Ивлеевы? Нет, они не голые, блядь. Она, блядь, она, у нее больше одежды, чем, блядь, у любого на пляже. Кто там, блядь, голый, я пойму. Что там, блядь? Идите нахуй, короче. Все в жопу, я пошел играть. Это полный пиздец и бред вообще. Я не могу, все.